Здравствуйте, дорогие друзья! Не прошло и 3 недель, как мне снова захотелось посетить эти замечательные места в Смоленской области, где 3 недели назад мы видели с моим другом большое количество оленей и кабанов на сплаве. Сейчас я хочу сплавиться. И здесь снова очень тихонечко. Вот только вошла в лес, комары на меня напали сразу. На поле не было. И вот первая лёжка здесь уже кабанья. Надеюсь, что встречу много зверей и покажу это вам. Все дерево затесано шкурой кабанов. Вот они тут чешутся. Их щетинка тут. Еще не подошла к речке, а там уже под меня ломанулся зверь. Кабанчики, кабанчики. А вот и речка. Отмелела она, конечно. Сантиметров на 70, наверное, вода упала. Но попробую сплавиться и по такой. Видимо, сюда хрюшки приходят. Не только на водопой, но вот в грязи поваляться. Вот и первая живность. Не боится. Привет, бобр. Ну давай, хлопни хвостом. Смотри-ка, смелостился, даже не хлопнул. Признал за свою. Да чё ж приятно, скажу я вам, встречать зорьку в лесу, в весеннем лесу, когда еще сухо, трава невысокая, поют птицы. Ну, правда, комары уже, конечно, подналетели несколько дней, наверное, как они пробудились. Но все равно это такое счастье. Сейчас чайку и все. Жизнь будет прекрасной. Ой. И комаров сейчас все отгонит. В этот раз палатку не взяла. Взяла только засидку на лодку установить. Но комары. Поэтому я в засидке буду спать. От комаров она меня спасет. И снимать можно, если кабаны придут. Поет певчий дрозд. Я еще не собрала лодку, как опять здесь кто-то ломанулся от меня, а я не увидела. За решенка, конечно, лучше гнуть, но была только ольха. Чует мое сердце, что это велик агрегат. Может быть, придется снять. Главное, чтобы могу под мышкой этот агрегат переносить. Пока ходила за вторым гермомешочком, моя лодочка пошла в самостоятельное плавание против течения. Ну что, поплыли, однако. Да, но тут участок был завален, и пришлось снять немножко. По отмелям здесь кабанчики гуляют. Я здесь, лодочка у меня легкая, так что у меня быстро идет. Ну вот, вполне можно грести и снимать. Теперь ждем кабанов. Габариты у нас повысились. Ну ничего. О.
там сейчас убежал первый олень, пока я камеру только хотела поставить. Сплав, я вам скажу, увлекательнейший. Кабан на берегу рявкает. Я плыву тут, пробираюсь медленно. Везде тропа выходит, прям к воде. Но скорость, конечно, небольшая. Они, наверное, раньше меня замечают, чем я. Жалко, ароматы нельзя передавать, так черемухой пахнет. Вон там внизу моя лодочка поднялась наверх осмотреться. Крутой здесь берег правый. Все здесь тоже истоптано, свежие тропинки, измята трава. Угодья здесь, конечно, для зверья великолепные. Ну а тут кабан такой, хвост вообще, как у лошади. Никогда таких не видел. Вечером краски потрясающие. Выход на берег. Все истоптано кабанами. Прям пляж кабаний. И тропа такая мощная. Посмотрим, что там наверху. Куда эти тропы идут? Кабани за рога. Как тут на ночевку вставать? Затопчет? Однако. О, тропина. Это да. Вон моя лодочка. Я думала там вставать. А это местечко мне понравилось больше. Вчера припозднился стоянкой, уронил фотоаппарат, он упал под воду. Вот такая у меня стояночка тут, шикарнейшая на обрыве. Красиво, как погрызли иву козью. Яркие какие краски. Интересные камешки тут попадаются. Вот такие скулы. И вот отверстие. Вон еще.
Речка вошла в какие-то петляющие острова трав. Липа, наверное, в два, да больше, чем в два хвата. Проснулась сегодня ночью от того, что услышала, кто-то идет, хрюкает, ну сразу поняла, что кабаны. Очень близко. Спросонья сказала: место занято, нечего тут ходить. Но звуки не прекращались, мне стало страшно. Я вылезла, смотрю по тому берегу. Ну, я не увидела их, услышала целое стадо. Стопотом, хрюканьем проходило по противоположному берегу. Ну, я тихонечко вылезла, так, на всякий случай, костерок развела. Они все проходили, минут 10 шли. А вот по тому берегу стадо-то и шло. Вот такая у меня на этот раз палаточка-засидка. Пошла на разведку искать дорогу, как выбираться обратно. И уперлась вот такой забор. Интересно, что вышка стоит с этой стороны забора. Ну вот, пожалуйста. Тропа для оленей, дорога для джипов, забор, все как полагается. Вот и купальница уже. Сойка красавица. Вот и старая деревенька. Вот такая красивая деревенька. Задул сильный ветер, мне в спину сейчас должно учивать. Фантастика. В чистом поле пасутся, недалеко от трассы. Вот это охотхозяйство. Разводят, выпускают. Охота, как мне сказали, здесь бабушка местная рассказала, приезжают зимой стрелять. Жаль, не чует. Вот этот, похоже, самый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук в одном кадре. Стадо. Стою во весь рост. Далеко не убегает.
Опять так собралась домой уезжать. Охота получилась не совсем такая, на какую я надеялась. На реку сейчас гораздо меньше выходит зверья в такое время. Да и вода уже низкая. Не получилось плыть с большой скоростью, снимать на ходу. Ну и просто меньше зверья выходило. Ну, надеюсь, те кадры, которые вышли, хоть что-то вам показали, доставили удовольствие. Слава богу, хоть в конце что-то вышло увидеть и показать вам.